Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в Ghost Watchers. Звук, пожалуйста, в студию. Спасибо большое. И начнем мы эту игру, естественно, с покупки модного дрона за 6 косариков. Дрон с постоянным светом и ультрафиолетом — это то, что мне нужно. Я остаюсь с 1173 долларами. И так как у меня уже есть классный дрон, я думаю, что можно будет попробовать пойти в заброшенный дом на безумной сложности. Если я все выполню правильно, получу эктоплазму, я заработаю аж 1000 монет, что немножко компенсирует мне покупку дрона. Поехали, попробуем. Ну, мало ли что. Вдруг что-нибудь да выйдет из этой задумки. Ну, а нет, умру смертью храбрых. Дрон меня потом отвезет домой. Сядет за баранку, и этот фургон отгонит обратно. Так, а как он светит ультрафиолетом? А ультрафиолет как включается? Фонарик на Ф. Фонарик дрона F. Но я буду считать, что здесь и ультрафиолет встроен, потому что я купила за 6000. Я по мелочам как бы не раскидываюсь. Можно, кстати, яркость чуть теперь уменьшить. Вот так, например. Чтоб не засвечивать. Так, здесь, насколько я помню, призрак может припереться в фургон. Это нужно держать каким-то образом в уме. А что за задание? Фото сбора эктоплазмы, левитирующие предметы, призрака на видео, зажечь дома все свечи. Ладно. Так, призрак где-то здесь. Трясется штука. Штука я называю изображение на камере. Трешка, наверное. Все свечки зажечь, ишь. Я думаю, это тройка. Может быть, все-таки на ультрафиолет какая-то другая кнопка? На У. На Ви. Нет? Ладно. Я возьму благовоние. Поможет ли мне оно? Не факт. Но если поможет, то все будет у меня хорошо. А если не поможет, придется перезаходить. Что поделать. Все свечи и сфоткать левитирующие предметы. Mm-hmm. Ну, этим, в принципе, можно заняться уже, наверное, попозже. Сейчас сначала разберемся с призраком. Возьму факел. Буду им поджигать свечки. И так, мне надо отметить датчик МП на 3. Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Все еще хэллоуинский ивент. Все время надо держать с собой защиту, потому что призрак может быть 500 тысяч вообще в любом месте. Потом будет мучительно больно. Так, МП опять. Идем температуру тогда искать. Пока везде тепло. Помним, что призрак на безумце может сломать прибор в руке. Может убить вас прямо в фургоне. Так, минус 13. Минус 15. Ну, это вот такой. Висельник ребенок. Да что ты будешь делать? Так, а если висельник не защищает благовоние? А если ребенок
не защищает крест Иисус, но защищает благовоние. Защищает факел. А если висельник, защищает и злит факел. Ну, факел у меня есть. Если вдруг что. Меня смущает только включен ультрафиолетовый фонарь, потому что я, например, не вижу. Ничего не подсвечивается. Ghost, can you talk? Плачь. Я же должна следы еще каким-то образом подсвечивать. Может быть, тут есть ультрафиолет? Может, я просто не встретила следов еще? Все придется узнать в процессе. Так, блокнот нет, радиоприемник плач. Сколько эти левитирующие предметы? Ну, пойдем. Котик сломал мне. Так, а я все выронила, да? Ага, ясно. Минус фотик, а он 100 баксов стоит. Вытаскивание, конечно, некую проблему нам создает. Терять оборудку не хочется. А может ли он сломать этот всасыватель плазмы? Наверное, может. Хотя, блин, наверное, не может. Это как-то слишком имбово для призрака, нет? О! Нашла эктоплазму. Значит, все-таки у меня светит ультрафиолет. Значит, тут тупо нет следов у призрака. Окей. О, это я зажгла? Здесь уже что-то раскидал. Блин, ну я не все свечки нашла. Или он их тушит? Это плазма под тыквой одна. Возможно, что-то внизу пропустил. А, возможно, в подвале. Опа, еще одна. Хорош. Так, здесь зеркало лежит. Так, в туалете одна рядом с ванной. И вторая тоже в туалете, кстати. Так, нарисовал человечка из стороны в сторону. Получается, у меня человек — это висельник, энциклопедия, защищает крест. Так, выкидывает он нафиг. У меня, кстати, одна веревочка. Эктоплазма реагирует на... А, эктоплазма реагирует на факел! Секундос, так а как мне включить... Как мне включить ультрафиолет? Это старший висельник. С куклой не взаимодействует. А у меня одна попытка. То есть я сейчас, если неправильно, то неправильно. Здрасте. Мне такое не устраивает. Следы все равно. Ага. У меня есть вопрос к ультрафиолету. Блин. Кто-то не защищает от него. Испепеляющий свет. А, куклу кидает. Подожди. Поднимает. Все, тогда у меня все есть. Я точно знаю, что это он.
Допустим, мы его материализовали. Какой... Так, святая соль. Блин. Блин, как стрёмно. Блин! Вот это я напугалась! Это было абсолютно без предупреждения! Ты дурак, нет? Самое время проверить, идет ли запись. Так, что-то выполнилось. Подожди, свечки все в доме зажглись. Или я его сняла на видео? Сняла на видео. Подожди, у меня факел. Факел защищает? Защищает. Я могла в него кинуть факел. Накину соль, если что. Блин. Да, висит. Как тут. Сработало уже. Тихо, тихо. Меня защитит? А почему испепеляющий свет не сработал? Ай. А, я знаю, почему испепеляющий свет не сработал. Я знаю, почему. Потому что он на перезарядке. Вот это грустная история. Но у меня 1223 монеты. Это значит, что я заработала некоторое количество денег на... там самом. На второстепенных заданиях. И я при этом ничего не потратила, потому что я ничего не покупала. Поехали обратно. Блин, так тупо было. Это вот прям, ну, это моя была тупка. Это плазму на видео, снять призрака на видео. Это прям я протупила. Слушайте, ну как он меня напугал? Я так в Ghost Watchers еще не пугалась. Так, 100-500. Самая легкая, мне кажется, вообще улика, в принципе. Включить ультрафиолет. Фонариком-то так повеселей. Просто есть ли следы? Как я узнаю? О. Сейчас я попробую. Буду нажимать все. Просто, возможно, он включается... Это просто фонарик. Дополнительно какой-то кнопкой. Ее? Нет, не работает ее. Я буду делать вид, что у меня ультрафиолетовый все-таки включен. Открыть все двери, заснять на видео. Угу, угу. Ну, давай так. Ага, есть, светит. Все, вопросов нет. Впечаток ноги, полтер, ребенок Дзянши. Ну хорошо, хоть не тот самый, не висельник заклебал. Так, открыть все двери в доме.
пищит что-то. Ага, это темпа пошла вниз, минусовая. И сюда. А куда? Наверх. Минус 0,7 было. Да блин. Куда он ушел-то? Ага. Нет. Минус 0,7, минус 0,4. Легкий минус. Я это так охарактеризую. Ghost, can you talk? Ghost, can you talk? Тройка. По всей видимости, тройка. Ghost, can you talk? Ну и ладно. Полтергейст, который быстренько ножками перебирает такой. Мой дрон летит за мной. Мне не везет, опять мне фотик сломали. Да что ж ты будешь делать? Беги скорей, мать. Подожди, я фотик, кстати, покупал. Не, я не покупала в прошлой катке фотик. А я сейчас не буду его покупать, блин, больно надо. Доска. Я шла вообще, двери все открыла. А, подожди, стой, а чего от полтора-то защищает? Эктоплазма на инструмент, отлично. Защищает. А, благовоние защищает и злит. Можно святую воду, наверное, взять вместо благовония. Возьму святую воду. Пойду двери открывать. Ghost, can you talk? Плач. Take a voodoo doll. На. Только убрала оттуда. Нужно потихоньку искать эктоплазму. И открывать двери параллельно. Так, одна здесь. Она здесь постоянно, что ли? Мне сломал, скотина. Блин, я теперь боюсь. Терялся. Так, а где вот та ванная, в которой я в прошлой катке находила? Вот это, да? А тут сейчас нет эктоплазмы. Ну ничего страшного. Я вроде все двери уже открыла. Закрывает их обратно, что ли? Красиво, но у меня нет фотика, ты его сломал. Вонючка. Да у меня открыты все двери. Эта плазма любит, видимо, быть в ваннах. Может, подвал не открыла?
конечно. А, и это не все. Что ты будешь делать? Плазму бы какой-нибудь. Хоть чуть-чуть. Короче, есть одна. Будем работать с этим. Take a voodoo doll. Оброс такая, оброс. Так, свет возьму. Почему он засчитывает все двери? Take a voodoo doll. Главное, не ломай мне испепеляющий мой свет. Испепеляющий свет. Ты напиши мне. Ничего не хочет, ни с чем не хочет взаимодействовать. Дурацкий Полтер. Иди сюда. Шел нафиг. Свет сработал. Допустим. Все, на свет не рассчитываем больше. Что был за скрип? Это скрип, что он не будет с доской взаимодействовать, да? Потому что скрип был досочный. А толку с этого было немного. Что там еще защищает? Это нужно только на... Ага, хорошо, это Полтер. То, короче, мне нужна только доска и кукла Вуду. Но он не кидает. Мне казалось, что кто-то говорил, что если вот доска скрипит, как вот... как доска. Это значит, что он с ней пытался взаимодействовать, но у него не вышло. Или это я сейчас придумал? Соль еще такая. А вдруг мне понадобится для чего-нибудь? Фотографируйте левитирующие предметы. Блин, да выжить бы хотя бы. Пойдем искать еще. Благовоние защищает и злит. Давай возьмем благовоние, если что, его выбросим нафиг. Take a voodoo doll. Take a voodoo doll. Заигралась? Дрон, спаси! Да куда ты меня затащил, блин, еще давай, еще в другой дом, блин, утащи. Просто невыносимо. Да, он нарисовал это каракули. Каракули человека. Мне кажется, что он ни с доской, ни с куклой не взаимодействует. Там сработал только что счетчик. Здесь я была уже везде. Отстань! Тут след. Хватит закрывать двери. Еще раз так сделаешь? Я все теряю, короче, когда он меня ловит. О, это ж надо быстро подбирать. Понимаешь?
А эктоплазмы нигде нет. Сюда я заходила. Хочет. Да, блин. О! Давай ты свалишь. Очень быстро бегу нафиг. Ну, доска и кукла лежат, ничего не происходит. Я буду думать, что это... не взаимодействует, не взаимодействует. Молодой, встревоженный полтергейст. Так, ну мне нужно что-нибудь. Давай тратиться. Что благовоние, что святая вода, блин, одинаково. Лучше иметь, наверное... Что у меня там по... Материализовать призрака. Заснять призрака на видео засчиталось. Давай соль возьмем. Спасет ли меня хоть что-то, когда я буду всасывать вот эту вот фигню? Хорошо, что не сломал мне пушку. Серебряная бомба. Жесть! Жесть! Какие тут, блин, побочки? Блин, она сбилась. Я надеюсь, сейчас после света я должна успеть это всосать. Молодец. Молодец. Ты молодец. Беги. Я не знала, думала, там прогресс сохраняется. Так, пушку я выброшу. Я что-то не уверена. Серебряная бомба. Открыть все двери в доме? Да ладно. Почему это у меня вызывает такие проблемы? Что у меня там еще есть из того, что защищает? Мне, в принципе, больше ничего. Я могу взять еще какую-нибудь соль. Из того, что у меня есть. Так, пойдем искать эктоплазму, которая дропнула. Нормально. Открыть все двери в доме. Пошел гулять, глянь. Пали. Да какие я еще дверь-то в доме не открыла? Это открыла. Полтора жуткие вонючки. Что, ослабился? То есть это так вот... Я не успела подобрать! Это диверсия! Это диверсия! Вот сейчас я, конечно, не... Не, хотя смотри, я тоже, по-моему, в плюсе немножко осталась за эту катку. Блин, вот это было обидно. Это было обидно.
потому что все шло хорошо. Там у меня вообще была вот тупо секундочка, чтобы подобрать. Я понимаю, что это значит, что он был максимально близко. А как мне надо было себя обезопасить? Только если бы я увидела, как он ко мне бежит, а увидела бы я, как он ко мне бежит, или это вообще нельзя было избежать? Ладно, что теперь, как бы, об этом рассуждать? Безумец не пройден, а значит, будем пытаться еще. Будем пытаться еще, пока не получится. Спасибо всем, кто смотрел, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на наш лёрт в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.